Красноярцы снова получили фальшивые квитанции с требованием проверить водосчетчики. Об этом сегодня сообщили в компании «Краском». Ранее специалисты уже предупреждали о подобного рода мошенничестве, с которым горожане столкнулись летом прошлого года. На этот раз в сомнительных листовках людей призывают проверить счетчики и указаны неверные данные о стоимости услуг. В «Краскоме» напомнили, что проводить ревизию по закону имеет право только лицензированная организация. Также все стоит уточнять о необходимости проверки приборов управляющей компании. Никакие рекламные листовки не являются основанием для проведения проверки приборов учета. Для этого есть технический паспорт, в котором указана дата изготовления. По ГОСТам приборы учета холодной воды проводят проверку через 6 лет с даты изготовления, на горячей воды через 4 года. Поэтому, если вы получили такое извещение с различными угрозами, которые дает вам какой-то короткий срок для проведения проверки, сначала посмотрите на техпаспорт прибора учета или позвоните в свою управляющую компанию.